Здравствуйте, уважаемые телезрители и зрители в студии. Телеигра «К доске» выходит в эфир в предпоследний день уходящего года, и я, Светлана Крючкова, с удовольствием поздравляю вас с наступающим Новым годом! Вот и закончилось наше первое школьное полугодие, и мы можем подвести предварительные итоги. Некоторые из вас, закрыв за собой школьную дверь, выбросили из головы все, чему их учили в школе. Может быть, именно поэтому многие вопросы так и остались без ответа. Самые прилежные наши ученики получили в подарок от нас замечательные книги. А лучшие из лучших, успешно сдавшие выпускной экзамен, были награждены главным призом нашей игры – нашим замечательным ноутбуком. Но перед тем, как мы с вами расстанемся на небольшие зимние каникулы, нас ждет еще один учебный день. Сегодня в нашей студии необычные игроки, и я сейчас вам их представлю. Игрок номер один – Андрей Носков. Знакомый большинству телезрителей по телесериалу «Кто в доме хозяин?», он же Никита. А на самом деле мне хочется рассказать, что у Андрея на сегодняшний день уже довольно богатая биография, несмотря на его молодость. Во-первых, Андрей родился в замечательном городе на юге Новая Каховка. Каховка, Каховка. Родная винтовка, горячая пуля лети. Андрюша еще учась в средней школе, посещал школьную самодеятельность, участвовал в конкурсе чтецов. Он ставил спектакли еще в школе. То есть будущее уже было предопределено. Потом он приехал в Петербург, поступил в ЛГИТМИК тогда. Он успел поработать 1 год в Москве в театре Джигарханяна, потом поступил в аспирантуру ЛГИТМИКа. Правильно. И работал ассистентом-педагогом, верно? Верно. На протяжении 5 лет. И с 2004 года Андрюша является художественным руководителем театрального товарищества «Носковы и компания», где он играет вместе с братом Ильей. Ну, как старший брат руководи. В настоящее время Андрей является актером Академического Большого Драматического Театра имени Товстоногова в городе Санкт-Петербурге. И мы рассказываем обязательно о каком-то наиболее ярком случае из школьного детства наших игроков. Вот однажды класс Андрея очень провинился перед учителем. Чтобы загладить вину, ребята решили устроить день прилежания. Девочки и мальчики пришли на занятия нарядные, на уроках сидели смирно, а на переменах ходили парами, молча. И после такого показательного дня прилежания ребят простили. Ну вот, Андрей, я слежу за вами уже на протяжении многих лет. И мне кажется, что ваш день прилежания так и не закончился, потому что вы всегда замечательно одеты, вы безупречно себя ведете. Ой, спасибо, Андрюша. И пусть сегодня вам сопутствует удача в игре. Спасибо, спасибо. Мне не терпится представить вам второго нашего игрока, замечательную петербургскую актрису Татьяну Колганову. И опять же хочется рассказать о Тане вещи, которые не все знают. В конце 90-х годов Танечка оказалась в Чехословакии тогда. Тогда уже Чехия. И работала в Праге диктором на радио «Свобода», и также на чешском телевидении вела программу о кино «Прологи». Но что интересно, она вела эти программы на чешском языке. Верно? Браво, Татьяна! Это была первая иностранная телеведущая. Вы еще снимались в чешской картине «Волки в городе», и там тоже говорили на по-чешски. Чешском. Ну, там даже, знаете, как случилось? Там я играла русскую анархистку, и поскольку тогда я уже по-чешски говорила довольно-таки неплохо, меня просили говорить похуже и говорили, да у тебя не русский акцент. Ну не русский, ну покажите ей русский акцент. Замечательно, это замечательно. Таню зрители наши очень хорошо знают, потому что она активно снимается. Ну и Татьяна одновременно со съемками в кино играет на сцене небольшого драматического театра режиссера Льва Эренбурга.
Но вот увлечение вот Ани в детстве было смешное, с моей точки зрения. Они вдвоем с подружкой собирали портреты Никиты Михалкова. Это было кайф. Закончила Таня школу с серебряной медалью. Любила, как ни странно, для актрисы химию, которую Андрюша не любит. Правильно? А Таня любила. Однажды Таня и одноклассники подложили нелюбимой физичке, нелюбимый предмет, на стол дохлую крысу. Это как же надо не любить на учителя? Стул. И в этот день на урок физики приехала принимающая комиссия. И каким же самообладанием обладала эта учительница физики, которая сделала вид, что никакой дохлой крысы нет, потому что комиссии принимающей она боялась еще больше, чем этой дохлой крысы. Но я хочу вам сказать, что лично я сегодня, если увижу на столе или на стуле дохлую или недохлую крысу, я возражать не буду по одной простой причине. Мы с вами вступаем в год, который называется «Годом крысы». И я желаю вам накануне этого года «Желтой крысы» удачи в сегодняшней игре, Танечка. Спасибо большое, тем более, что это мой год. Замечательно. Вот она, крыса, вот она, крыса. Я тоже крыса. И вы крыса, Андрюша. Этого быть не может. Ну, быть крысы не может. Ну и сегодня у нас замечательный игрок, еще один очень хороший артист, Илья Носков. Младший брат Андрея Носкова. Вот что хочется рассказать обязательно про Илью. Не закончив средней школы, он рванул в город Санкт-Петербург и был принят вольнослушателем в нашу театральную академию, не имея среднего образования. Ну и после окончания Илью сразу же взяли в 1997 году в Императорский Александринский театр, где он проработал 10 лет. С сентября я уже не являюсь актером. С сентября Илья является артистом театрального товарищества «Носков и компании». И непосредственным начальником Ильи теперь Андрей Анатольевич. Конечно, все смотрели сериал «Азазель», где Илья играл главную роль Эраста Фандорина. Конечно, все смотрели и, наверное, не один раз «Московскую сагу», где он замечательно сыграл Бориса Градова. Ну, я думаю, что у него впереди еще много и много ролей. А вот случай, который был с ним в школе, Илья очень любил пародировать различные рок-группы. Учителя сначала сердились, потом стали вслушиваться, как он пародирует. И специально заканчивали уроки на 10 минут раньше и просили его: «Илья, давайте пародируйте ту-то группу или эту». Я хочу вам сказать, что если мы сегодня закончим наш урок на 10 минут раньше, у меня к вам просьба. А вы можете спародировать группу Deep Purple, например? Ну, это если мы вдруг раньше... Да. Вы мне пообещали, хорошо? Мы желаем вам удачи в сегодняшней игре, Илья. Ну что же, я сейчас объясню вам правила нашей игры. Они достаточно простые. Я буду вести у вас два урока, и потом буду принимать экзамен у победителя игры. На первом уроке вопросы будут несложные. Обычно за ответ на несложный вопрос игрок получает у нас 3 балла. Но я вам хочу сделать сегодня новогодний подарок. Сегодня вопросы будут только на 4 и на 5. Может, на 5? Все сразу сложные, то есть... Это не единственный новогодний подарок сегодня. Обычно участник, неправильно ответивший на вопрос, теряет баллы. Сегодня не будете терять. Я думаю, что телезрители и зрители в студии меня поддержат в этом. Верно же? Мы тоже поддерживаем. Я хочу вам сказать, что вы сами будете выбирать предмет и сложность вопросов. Право на сдачу экзамена получит тот из вас, кто наберет наибольшее количество баллов. А тот, кто ответит верно на вопрос выпускного экзамена, получит главный приз нашей игры – наш замечательный ноутбук. Правила ясны? Так точно, Светлана Николаевна. Тогда к доске. Ну что ж, Андрей, начинаем с вас. Вы у нас игрок номер один. И, пожалуйста, выбираем предмет. Ну, я не знаю. Ну, давайте сверху начнем с математики.
На сколько? На 4, на 5? На 4. Математика на 4. Путем нехитрой операции кот Матроскин доказал почтальону Печкину, что у того сильный жар. Хотя температура у Печкина была всего лишь 36,6 градуса. Воспроизведите это доказательство. Вы можете 5 секунд подумать, а потом мы послушаем ваш ответ. Не торопитесь. Не помню. 36,6. Ну, это же много, это же не, это больше, чем 36,5. Ну, 36,6. Андрюша, а получился сильный жар. Илья. Ну что, ну, сложил 36,6. Молодец! Конечно, он сложил 36,6. И получилось 42. 42 получилось. Точно. Ну что ж, вот Илья точно знал, какая температура была у почтальона Печкина. Получил 4 балла, но все равно все это в вашу семью, в одну, Андрюша. Так что не волнуйтесь, готовьтесь к следующему вопросу. Выбирайте его заранее. Таня, удачи вам, выбирайте. Литература на 5. Как называется зимняя сказка, которая начинается так? Ну, начнем. Когда мы доберемся до конца нашей истории, будем знать больше, чем теперь. Так вот, жил-был тролль, злой-призлой. Это был сам дьявол. Как-то раз у него было прекрасное настроение. Он смастерил зеркало. Мне так кажется, что это Ганс Христиан Андерсен. Ну, это точно Ганс Христиан Андерсен, это его слог. Во всяком случае, в нашем переводе. Мне кажется, что это «Снежная королева». «Снежная королева». Умница, умница, Танюша. Умница. Андерсен сочинил 175 сказок, написал 770 стихотворений, 6 романов и множество пьес. Вот какой замечательный был человек. Илья выбирает. «Биология на 5». 2008 год объявлен годом желтой земляной крысы. А вы, Илья, назовите две части света, в которых обосновалось это животное. 5 секунд, время. Северная Америка. Уже неправильно, все. Все. Таня. У меня части света не приходят на ум, мне приходят на ум Китай и Япония. Нет, неверно. Мне приходит Европа, Азия, что-нибудь такое. Африка и Азия. От устья Нила к востоку до северной Индии, юго-западного Китая. Вот так селится около водоемов. Ну что ж, Андрюш. Математика на 5. На елке собралось 10 детей. И каждый приготовил подарки всем остальным участникам праздника. Сколько всего подарков оказалось под елкой? Посчитайте. Ну, наверное, надо, если 10 детей, да? Каждый сделал подарки всем остальным. Значит, их других 9. То есть надо, наверное, 10 на 9 умножить, и будет 90. Молодец, Андрюша, умница. Ура! А я ведь чуть не умножил 10 на 10. Ну, видите, у вас первая 5. Поздравляю вас, Андрей. Спасибо. Танечка. По литературе пойду дальше. Хорошо, литература 4. На разукрашенную елку и на играющих детей сусальный ангел смотрит в щелку закрытых наглухо дверей. Назовите автора этих строк. 5 секунд. Давайте называем. Я не называем. Помню. Кто знает? Никто не знает? Андрей, пробуем? Таня. Такой из Серебряного века, мне кажется. Ну, да. Верно. Ну, да кто? Гумилев? Гумилев, Волошин. Да нет, ну, ребята, ну, на разукрашенную елку, на играющих детей. Александр Александрович Блок. Блок, это, господи, дот дура. А няня топит печку в детской, огонь трещит, горит светло. Но ангел тает, он немецкий, ему не больно и тепло. Итак, Илья. География на 5. В какой природно-климатической зоне встречали Новый год Чук и Гек? Герой рассказа Аркадия Гайдара. 5 секунд думаем. Ну? Ну где? Ну, значит, там. Где? Ну? Тундра? Тай...
тайга, тайга. Ну, тайга же, конечно, ну тайга. Какая тундра. Я зато помню, меня учительница вдолбила просто. У нас была вот такая вот географичка. Валентина Николаевна, я наизусть помню, вот разбуди меня. Климат – это совокупность характерных для данной местности определенных типов погоды. Сухих и жарких в одних местах, холодных и дождливых в других. Вот. Браво, Татьяна Колганова! Она готовилась, я чувствую. Танечка, мы вам засчитываем ответ. Да, пожалуйста, Андрей. А, я? Да. Да. Так. Ну, я по пятеркам только теперь. Физика плюс химия. С каким обязательным компонентом новогоднего праздничного стола в процессе его производства проводят технологическую операцию дегоржирования? 5 секунд, время пошло. Время, Андрюша. Во-первых, я не знаю, что такое дегоржирование. А ты подумай. Это же не декорирование. Спрашивается, с каким? С каким компонентом новогоднего стола? Со скатертью. Нет. Господи, да, Танечка. Шампанское. Шампанским, боже мой. Уж я тебе и так, и это говорю. А вы знаете, что такое горжетка? Горжетка. Горжетка. Горж – это слово шея. До этого шампанское было мутным. Его кладут вниз головой и поворачивают день ото дня. И там собирается мутный осадок, его замораживают в холодильнике и вытаскивают как пробку. И шампанское становится светлым, чистым, ясным. Браво, Татьяна Колганова, да? Серебряная медалистка. Ну, да, в общем, Танечка, да. Ну и теперь вы выбираете. Ну, я попробую, историю. В какой древней стране во время празднования Нового года царь на несколько дней покидал город, чтобы его народ мог вдоволь повеселиться? Мама. 5 секунд, время пошло. Я не знаю, я сейчас просто вот совершенно... Говорите. Ну, пусть это будет Древняя Греция. Нет, это Древний Вавилон, территория современного Ирака. Новый год встречали весной, и во время праздника, пока царь отсутствовал, народ мог делать все, что ему вздумается. Безобразничал по полной программе. И когда эти безобразия закончены были, царь возвращался, и народ начинал работать. Илья. Краеведение, пятерку. Какое сопредельное с Россией государство надо поехать человеку, если он хочет, чтобы с Новым годом его поздравил не Дед Мороз, а Зюзя по-озерски? Финляндия. Здрасте. Ну что ж сразу говорить-то, что пришло на ум? Ну, нет, нет, Белоруссия. Зюзя по-озерски, потому что живет в белорусском Поозерье. Вот так. Андрей. Я не ищу легких путей, поэтому физика плюс химия 4. Назовите новогоднюю пиротехническую забаву, в составе которой азотно-кислый барий, порошкообразные алюминий или магний, декстрин или крахмал и оксидированные железные или стальные опилки. А, значит, мне кажется... Да. Что это бенгальские огни. Молодец! Да. Ура, с почином! А называются, потому что именно в Бенгалии, в Древней Индии, в 5-6 веках нашей эры, во время религиозных церемоний, в храмах на жертвенников вспыхивал и сгорал вот такой огонь. Пожалуйста, Таня. Так, ну, я в краеведение попробую. Какой город Вологодской области с приближением Нового года вспоминают чаще всего? 5 секунд. Таня, говорим? Единственное, что я могу сказать, это Вологда. Нет. Но я понимаю, что нет. Илья? Устюг. Великий Устюг, конечно! А как же? Это же родина Деда Мороза, да. Родина нашего Дедушки Мороза. Я просто был там в августе. Так, тихо, все в классе, тихо. Илья выбирает. История 4. Как называлась петербургская газета, издававшаяся в 1825-1864 годах под редакцией Фадея Булгарина и Николая Греча, которая в канун 1840 года впервые сообщила о продаже из украшенных фонариками, гирляндами, венками, елках. 5 секунд, время пошло. Илья,
Ответ. Время. Время. Андрюша. Ну, либо она так и называлась «Елка», либо «Праздничная». Как все было бы просто. «Северная пчела». Так называлась эта газета. Политическая и литературная газета. К сожалению, мы так с вами увлеклись нашим дивным общением. Вы такие все интересные, живые, замечательные, остроумные, что время первого урока вышло. Поэтому мы сейчас прервемся на рекламу и встретимся на втором уроке. Итак, мы начинаем наш второй урок. На втором уроке все вопросы будут сложнее, поэтому цена любого ответа будет равна 5 баллам. Еще раз повторяю, тот из вас, кто наберет наибольшее количество баллов, получит возможность сдать выпускной экзамен и выиграть наш замечательный приз – ноутбук. Ну что ж, Андрей, опять вы начинаете. Общий вопрос. Общий вопрос мы выбираем. Как в старину называли золотой или серебряный шнур, которым украшали елки, букеты, подарки? 10 секунд у вас есть. Ну, мне кроме серпантина ничего в голову не приходит. Нет, дорогой мой Илюша. Ну, у меня почему-то бечевка только. Ну какая же бечевка, дорогие мои? Елочное украшение, серебряный шнур. Канитель. Тянуть ее очень кропотливая и медленная работа. Оттуда пошло переносное значение этого слова. Канитель. Ничего страшного. Это только начало у нас, Таня. Я, значит. А давайте я тоже общий вопрос. Интересно. Давайте. В какой передаче снималась мама дяди Федора, что не помешало ей отметить Новый год в кругу семьи в Простоквашино? Вам не нужны 10 секунд. Не нужны, а можно их потом приплюсовать к сложному? Нет, нельзя. Эх, ну ладно. Нельзя. Говорите. Мама дяди Федора снималась в передаче «Голубой огонек». Совершенно верно. «Голубой огонек». Илья. А я вопрос на засыпку попробую. Вопрос на засыпку. По-японски это выражение звучит как? Омедето гозаимасу. По-фински оннелиста ута вотта. На урду ная саал мубарак хо. А у жителей Папуа-Новой Гвинеи нупла яия иголонгью. Переведите его для нас, пожалуйста, на русский язык. У вас есть 10 секунд. Я могу только предположить, что с Новым годом. Ну, в общем, правильно. Счастливого точнее. Нового года. Да, да, точнее, правильно, Таня. Ну, будем ну, считать, что она Илюшке. Подкорректировала. Счастливого да. Нового года. А Татьяна Колганова оправдывает свою серебряную медаль. Андрюша, пожалуйста. А в математике и физике мне везло. Да? Нет. Ну, пожалуйста. Снеговика слепили из двух снежных шаров. Первый имеет радиус 80, а второй 35 сантиметров. Какой высоты получился снеговик? 230. Молодец, сантиметров! Потому что радиус это половина! Посчитал. В зале столько умных оказалось, которые тоже все успели посчитать. Mm-hmm. Ну что ж, Танечка, что выбираем? Общий. В честь этого старика австрийцы готовят пунш из красного вина с сахаром и корицей. Как в Австрии называют собрата Деда Мороза. 10 секунд, время. Я вспоминаю чехов, у них был святой Миколаш, они отмечали такого. Вот это что-то вроде этого. А или у австрийцев? Может быть, ну вот я не знаю, как это правильно назвать. Какой-нибудь Фридрих. Святой Сильвестр. Сильвестр. И последний вечер старого года называется в Австрии Сильвестр Абенд. То есть вечер святого Сильвестра. А теперь, пожалуйста, выбираем. Литература.
если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас, если у вас друга нет, друга нет. Мы все прекрасно знаем этот ставший культовым новогодний киношедевр Эльдара Александровича Рязанова. А вот скажите нам, а как называлась пьеса Эмиля Вениаминовича Брагинского, по которой поставлен этот фильм? Не подсказывать, 10 секунд, время пошло. Пьеса называлась... «Невероятные новогодние приключения». Пьеса называлась... Может, просто «С легким паром»? Я приму Андрюшин ответ. Она называлась «С легким паром» или «Однажды в новогоднюю ночь». Однажды, меня ну, молодец, Андрей, да. Андрюша? А я просто вот играю прилежного ученика. Прилежный. Так, ну мне сегодня везло и по... Я по математике, физике опять пойду. Браслет, колье, перстень, кулон, амулет, талисман. Какое из названий этих ювелирных украшений заставляет нас подумать о законе взаимодействия электрических зарядов и магнитных полюсов? 10 секунд, время. Больше к физике, да, наверное. Итак? Я думаю, что это браслет. Он круглый. И я думаю, что вот это как-то там... Да что там... вы говорите? Кулон! Правильно! Кулон! Это фамилия французского физика Шарля Агюстена Кулона. Молодец, Татьяна. Выбирает вопрос. Ой, на засыпку. Давай. Для чего китайцы покупают к Новому году поддельные бумажные деньги? Может быть, у них существует обычай сжигать эти деньги как-то, чтобы... Правильно! Да? Они их сжигают! О! Потому что китайцы верят, что струйка дыма поднимется в небо, и из нее образуются деньги настоящие, которые в следующем году получит хозяин. Илья. История. История. Католическая церковь долгое время неодобрительно относилась к празднованию Нового года, считая этот праздник языческим. Положение изменилось после реформы, произведенной папой Григорием XIII в 1582 году. Что это была за реформа? 10 секунд, время. Могу только предположить, что объединили Новый год. Нет, ответ неверный. Да, Таня? Григорианский календарь, в общем, был... Верно. Церковный календарь был... Да, в общем. Реформа календаря. Реформа календаря. Был создан Григорианский календарь. Колганова медалистка набирает баллы со страшной скоростью. Да ладно ругаться-то. Андрюша? Я выбираю литературу. Нам помнится вороне, кар-кар-кар-кар-кар-кар-кар, а может быть собаки, а может быть корови, мум-мум-мум-мум-мум. Однажды повезло, прислал ей кто-то сыра, грамм думается 200, а может быть 300, а может полкило. Пошла подтанцовка. Прозвучала вариация Эдуарда Успенского на известную литературную тему. И процитируйте, пожалуйста, первые строки басни Ивана Андреевича Крылова «Ворона и лисица». С подвохом, что ли, был вопрос? Мне кажется, что там... Давайте. Как, однажды Бог... Сейчас. Так, все тихо, Таня. Нет. Уж сколько раз твердили миру, что лезть груба, гнусна, вредна, да только все не впрок. И в сердце льстец всегда отыщет уголок. Танечка. Литературу заберу теперь я. Этот известнейший литературный и общественно-политический журнал трижды возрождался. В 1839 году именно 1 января из печати вышел первый номер обновленного журнала, отделом критики в котором заведовал Виссарион Григорьевич Белинский.
назовите этот журнал. 10 секунд, время. И назывался он, Танюша? Это не он, конечно. Я скажу «Огонек», просто потому что я не вспомнила. Нет, тот. Это не «Огонек». Да. «Отечественные записки». В разные времена среди авторов были и Лермонтов, Адоевский, Герцен, Некрасов, Достоевский, Тургенев, Островский, Гаршин, Мамин, Сибиряк и так далее. Илья, вы повеселели, я чувствую. И давайте называйте, пожалуйста, предмет. Биология, химия. Чего терять? Биология, химия. Как называются образуемые растениями, в том числе и новогодней елкой, биологически активные вещества, имеющие противомикробный эффект? 10 секунд. Время пошло. Антисептик. Называется фитонциды. Ой. Да, убивающие или подавляющие рост и развитие болезнетворных микроорганизмов. Андрей. История. В 2008 году мы будем отмечать 100 лет со дня события, которое некоторые посчитали столкновением с Землей миниатюрной черной дыры, а другие – аварией космического аппарата пришельцев. Что же это за событие? Какой-нибудь метеорит упал. Правильно, дорогой Тунгуски. Мой. Тунгусский, правильно. Молодец. Это падение Тунгусского метеорита. 1908 год. Верно. Ну что ж, Танечка. Ну давайте биологию и химию. В конце давайте концов, биологию. Когда-то же я ее знала. Какой газ выталкивает пробку из бутылки шампанского 10 секунд? Ну я так думаю, что углекислый. Углекислый газ, СО2, образуется при любом процессе брожения. Кирюша, мне нравится, что у вас настроение хорошее. Замечательно. Выбираем предмет. А география? А география. Москвичи в момент наступления Нового года следят за стрелками часов на Спасской башне. А жители этого мегаполиса за хрустальным неоновым шаром на Таймс-сквер. О каком городе идет речь? Нью-Йорк. Нью-Йорк! Аплодируем, Нью-Йорк! Да? Ну что ж, осталось только три вопроса. У Андрея есть выбор. География. В какой стране новогодние подарки детям дарят фея Бефана и бабу Натали? Ну, я только по именам могу догадаться. Может быть, Италия? Италия, вот. Абсолютно верно. Бефана бродит по земле с 1 по 6 января в праздник Богоявления в облике страшной старухи, напоминающей нашу бабу Ягу. А баба Наталья – итальянский Дед Мороз, который спускается с Альп. Вот каких только имен Деда Мороза не имеют по миру. Ну что же, география или биология, Таня? Господи, боже мой, ну география теперь что же? Назовите жителей одной из европейских стран, для которых обнаружить у себя перед дверью кучу осколков битой посуды в новогоднюю ночь – самый приятный сюрприз. 10 секунд, время пошло. Пусть это будет Бельгия. Рядом, но не Бельгия. Это Дания, датчане. В этом, в этой стране принято весь год хранить старую посуду. В новогоднюю ночь бить и осколки сыпать под дверь друзьям. Поэтому чем больше у вас осколков, тем больше у вас друзей. Илья, ну что ж, компьютер за вас выбрал биологию и химию. Спасибо. Как называется соцветие на концах побегов хвойных растений, покрытые чешуйками и сохраняющиеся до созревания семян? А вдруг это не то, о чем я думаю? О чем вы думаете? Мы не знаем. Шишки. Шишка! Ну, конечно же, шишка! Ну, золотые мои, вы посмотрите, как хорошо. Андрей Носков плюс 33 балла. Молодец, молодец. Татьяна Колганова плюс 50 баллов. Илья Носков плюс 23 балла. Итого в семье Носковых 56 баллов.
Так что мы благодарим вас за замечательную игру. И я прошу внести подарки для всех игроков в студию. А победителя сегодняшней игры Татьяну Колганову после рекламы ждет самое главное испытание – наш выпускной экзамен. Мы снова в студии вместе с замечательной актрисой и блистательным игроком Татьяной Колгановой, которую ждет выпускной экзамен. Танечка, перед вами на доске 9 билетов. Вы называете вашу счастливую цифру, и мы смотрим вопрос, по какому предмету достался вам на экзамене. Пожалуйста. Ну, конечно же, 7. И достается вам вопрос по математике, Таня. Господи. Считается, что появлением этого знака мы обязаны английскому ученому 17 века Джону Валлису. Хотя на самом деле он встречается еще в тибетских священных текстах и в трактатах по алхимии. Валлис утверждал, что создал этот символ, взяв за основу римское обозначение тысячи и древнегреческую букву омега. Однако, возможно, причина появления этого знака гораздо проще. Чтобы напечатать его типографским способом, нужно было просто взять литеру с одной из цифр и перевернуть. Назовите этот связанный с наступающим годом знак. Бесконечность. Верно, бесконечность, или как ее называют англичане, ленивая восьмерка. Браво, Татьяна Колганова. Действительно серебряная медалистка. Теперь мы в это верим. Спасибо вам, Танечка, мы поздравляем вас. Желаем вам актерской удачи, крепкого здоровья, любви, конечно, и много денег. Ой, спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Желаю всего такого же вам, телезрителям, и вам, дорогие, которые поддерживали меня. Последний учебный день в этом году подошел к концу, и мы с вами можем с чистой совестью уходить на каникулы. Я, Светлана Крючкова, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, осуществления всех ваших планов и, конечно, вашим детям отличных оценок в школе. Всего вам самого доброго. Мы с вами встретимся в январе 2008 года, когда я опять вызову вас к доске. Так что вы готовьтесь. А сейчас с Новым годом вас, дорогие друзья! С новым счастьем!